Здравствуйте, информационный выпуск пятницы, 6 июня. В Висагенесе начался международный турнир по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, посвященный памяти Татьяны Семеновой. Сегодня в спортивном зале Висагенского центра мы проводим традиционный 18-й турнир по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, посвященный почетному гражданину города Висагенес Татьяны Анатольевны Семеновой. Очень жаль, что прошло так много времени, и мы потеряли такого хорошего и прекрасного человека, который вела весь коллектив спортивного школы бывшей, который хотела видеть, чтобы не только спортсмены, но и тренеры имели звание и заслуженные тренеры республики, заслуженные мастера спорта ребята стали, вела нас всех к победе. И в память о ней мы вот проводим этот турнир. На этот турнир к нам приехали гости из Белоруссии, Латвии, России. Из Латвии приехало 2 спортивных клуба, из России приехали с Калининграда и Санкт-Петербурга, с Беларуси, с города Могилева и наши литовские города, это Клайпеда и город Висагенес. Соревнования проводятся в 3 возрастных группах, это младшие группы сегодня мы уже провели с утра с 10 часов, где было около 50 участников. Лучшие спортсмены в каждой возрастной группе, они попадают в финал, который будет завтра в 11 часов. Итак, в субботу в 11 часов всех любителей этого вида спорта приглашают на финальные соревнования. Примерно в 12:30 состоится церемония награждения. А сегодня, сразу после открытия состязаний, за звание чемпиона турнира стали бороться ребята средней возрастной группы. Кстати, как отмечает судья международного класса из Риги Людмила Тарасенко, которая приезжает на этот турнир уже в 10-й раз, то, что в этих соревнованиях участвуют спортсмены 3 возрастных групп – большой плюс. Уровень этих соревнований очень высокий, практически приближен к международным, потому что, ну, я имею в виду международная категория ФИК, но лицензии нет у фиговских соревнований, но уровень практически соответствует такому. Вот, соревнования нам очень нравится, что проходят в 3 возрастных группах, то есть охватываются и малыши, и средний возраст, и старшие дети, потому что редко такие соревнования, когда можно много народу в разных возрастных категориях. То есть мы очень довольны. Приедем еще обязательно. В судейской команде сегодня оказался, вот же судьба, и внук Татьяны Семеновой Михаил Назаренко. Мне приятно, что турнир до сих пор проводится, что память бабушки, как бы, память бабушки проводится. Я сам занимался в этой школе, тренировался, прыгал по международной программе. Вот сейчас уже живу, работаю в Англии, поэтому вернулся буквально в гости. И меня попросили сегодня выступать в роли судьи. Очень приятно, что помнят. Дочь Татьяны Семеновой сегодня также присутствовала на турнире. Она искренне поблагодарила всех за то, что трепетно хранят память о ее матери. И заверила, что нынче, как и во время предыдущих турниров, ей будет вручен приз самому юному участнику состязаний.